Многомиллионные хищения выявили в столичной дирекции развития спорта по неолимпийским видам. По версии следствия, на протяжении года один из сотрудников систематически начислял себе деньги, которые выделялись на учебно-тренировочные сборы. Таким образом, он присвоил 40 миллионов тенге. Подозреваемый взят под стражу, но личность его в агентстве по финансовому мониторингу не раскрывают. Расследование продолжается. Фактически сборы не проводились, тренерами сдавались фиктивные отчеты о выезде, проживании и питании спортсменов. По данному факту проводится досудебное расследование, подозреваемый санкции суда взят под стражу. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса иные сведения разглашению не подлежат.